Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на канал Моника Шпильт и в мой очередной обзор и показ допов для Sims 4. Это продолжение вчерашнего видео. Не удивляйтесь, что они идут один за другим. Я просто хотела прошлое видео сделать достаточно длинным и показать в нем одежду, кроме причесок. Но когда я показала все прически, я поняла, что видео получается слишком длинным, поэтому мне пришлось прерваться. И вот сейчас я покажу вам одежду. Также есть парочка причесок, которые я скачала тоже буквально сегодня. Получается, горячие новинки причесок и не очень горячие новинки одежды. Получается так. Ну что ж, берите вкусняшки, давайте начинать. Все ссылочки, по которым вы можете скачать допы, которые я покажу в этом видео, вы найдете в моем блоге. Ссылочку я оставлю в описании. Все полезные ссылочки вообще будут в описании на моды. Также, например, вот почему у меня 4 вида, 4 колонки. На это тоже есть мод в описании. И, короче, заглядывайте туда, не ленитесь. Ну все, поехали. Представляю вам моделей: Хейли Фостер от Ангелины, Мимола Си от Вики, Кайли Смит от Лены Шейн, Эмили Кёртис от Лизы, Берта Шнайдер от Эллочки, Анита Коннор от Лены Макаровой и малышка Дана Хайдельберг моя. Симочка маленькая, просто я покажу всего одну деталь одежды, верхнюю, поэтому, чтобы вам не обидно было, что я взяла вашу симку и всего одну одежду показала. И поэтому я взяла свою малышку. Конвертация от Hello Sims. Оригинальный автор Кейзи. Прическа называется Melody. И у нее такие интересные всякие расцветочки. Это у нас альфа-волосы, ребята. То есть несочетаемые с игрой Sims 4, но сочетаемые с игрой Sims 3. И эта прическа как раз оттуда. И автор у нас Кот Кэт Миоук, кажется, звучит ее ник. Сделала в стиле Максис перекраску. Прическа остается альфа, но перекраска в стиле Максис. И еще у нее есть очень симпатичный аксессуарчик у этой прически. Сейчас я вам покажу поближе. Вы можете скачать этот аксессуарчик, а можете и не скачивать. Но мне кажется, с ним выглядит очень даже прикольненько. У аксессуарчика тоже всякие интересные расцветки есть. Очень нежная прическа, ребятки. Она мне так понравилась. Она выполнена достаточно хорошо и профессионально. В отличие от вчерашней прически, там, которая как почти голливудские локоны такие были, вот мне эта прическа нравится больше. И как вы знаете, появился новый игровой набор в ресторане, и там появилась эта детская прическа. Киара Зурк, не теряя времени, переделала ее, конечно же, во взрослый вариант. Ребят, я не знаю, совместима ли эта прическа с базовой игрой, то есть нужен ли вам этот игровой набор, чтобы вы эту прическу могли в игре видеть. Именно во взрослом варианте я не знаю, потому что Киара там либо не написала, либо написала слишком маленькими буквами, что мне не удалось прочитать. Ну, конечно, это прическа от разработчиков, вот, поэтому никаких вообще претензий к ней нет. Очень классно сделано, и Киара просто увеличила ее. Еще вчера я хотела показать вам вот этот классный топ от Marigold. Он такой летний, красивый. Я его хотела оставить на подборку летней одежды, но потом решила, что покажу в этом видео. Потому что я не знаю еще, когда я смогу сделать подборку летней одежды. Офигеть, смотрите, какая классная расцветка. Офигеть. Вот это да. Она мне нравится. И поэтому я решила показать сейчас, не откладывать в долгий ящик. Так, бананы какие-то. Странные расцветки, конечно, некоторые. Вот это, например, мне не нравится, как это странновато выглядит. Как-то неестественно, что ли. Вот, а вот такие прикольные, не очень интересные, мне вот это нравится больше всего. Горошек такая классная. Этот топик у нас пришел с игровым набором, как вы можете видеть. И автор Hopelessly Devoted Simmer перекрасила эту прекрасную кофточку, этот прекрасный топик в разные интересные цвета. Если вам недостаточно тех цветов, которые здесь, они в принципе однотипные, просто цвета различаются, оттенки. Вот, а узоры однотипные. А здесь разные узоры. Мне вот это очень нравится. Морская тема такая. Классно вписалась. Кстати, ребятки, еще вам хочу сказать такую новость. Я в своем блоге буду оставлять теперь картинки к допам, которые я буду показывать в видео, чтобы вам было удобнее найти и наглядно было. Вот, потому что вы мне уже пишете, чтобы я и тут внизу уже писала название допов, и чтобы я на русском там объяснение писала. И все равно, видимо, не совсем понятно и сложно, я не знаю. Поэтому
придется упростить до того, что я буду выкладывать картинки. Ну и мне так, в принципе, нагляднее. И еще один автор, которого я обожаю, это All About Style. Это либо один автор, либо их сообщество авторов, я не знаю, ребята, честно говоря. И тут у нас наборчик сет одежды, то есть я думала сначала, что это раздельно, но оказывается это вместе, и мне это очень нравится, потому что не нужно подбирать брюки под нее постоянно, а так выбрал нужный тебе цвет и все. Мне вот этот темненький нравится. И еще от All About Style тоже сет такой интересный из топа и юбки состоящий. Даже ремешок туда приделанный в некоторых частях. Прикольненько. Для взрослых симок, либо вот, я не знаю, для... Как-то они называются, вот эти люди, которые ведут такой свободный образ жизни, они парят как птицы такие и ни о чем особо не заботятся. У меня была одна такая знакомая в Питере, прикольная. Она постоянно вот такого типа одежду надевала. Ну, прикольно выглядит. Следующие три платья тоже будут от All About Style. Перекраска, мне кажется, либо у нее там свои меши, я так понимаю. Три платья сейчас я вам покажу. Вот это платьишко, оно мне очень понравилось, такое летнее, классненькое. Там, кстати, по ссылочке, которую я вам дам, можете найти много и других платьев, которые вам, возможно, понравятся. Я вам покажу какую-то маленькую часть из них, вот, а сами смотрите, может, вам понравится что-то еще. Второе из этих трех платьев, тоже интересное такое... Павлинья расцветка, что ли, типа павлинья или павлинная, я не знаю, как правильно сказать. Интересное тоже летнее платьишко такое. И третье платье из этого набора тоже очень симпатичное, очень классное, с цветочками. Оно мне сразу в глаза бросилось и очень понравилось. Я его у себя в игре оставлю и дам кому-нибудь из своих династийцев, я думаю, потому что Бриджит у меня классно выглядит в этих всяких платьишках интересных. Вау. Ну вот это первый вариант, конечно же, вообще, по-моему, самый лучший. Следующее платьишко от Night Girl Sims требует более-менее широких бедер. На прямую совершенно фигуру оно не подойдет, оно выглядит странноватенько. У Night Girl Sims на превьюшке негритяночка там стоит такая, вся такая фигуристая, и на ней выглядит просто очень круто. Вот, ну смотрите, как вам может понравиться и на такой фигуре тоже. Но я сторонник того, чтобы девушки были бедра пошире в Sims, как-то, не знаю, как-то красивее выглядит, хотя, может быть, это стереотипы всякие, но ничего, мне так нравится. Ну что ж, Аниточка, настала твоя очередь. Покажу опять же платье от Night Girl Sims, летнее на лямочках, оно мне очень понравилось, ребята, оно такое женственное, такое классненькое. И даже несмотря на то, что у Аниточки не очень широкие бедра, оно так на ней лежит, это платье, что кажется, что у нее бедра пошире стали. Вот. Хотя если вы посмотрите, например, на этой, кажется, что фигурка такая более ровненькая, а здесь... Уже платье как-то меняет фигуру, оттеняет его, ее фигуру, имею в виду, и получается вообще очень здорово, мне понравилось. И следующее летнее платьишко от Night Girl Sims, уже с кармашками, оно более приталенное, сзади спина закрытая уже, вообще тоже такое прикольненькое, такая милота. Как я раньше этого автора не замечала, ребят, я не знаю, у нее просто такие классные вещи, я ее как-то... Проглядывала, пролистывала, я думала, слишком все просто, слишком все базово, как-то мне хотелось какой-то вычурности, какой-то рюшечек, страз и прочего, а потом что-то мне это все расхотелось, этого всего у себя в игре, вот, и я решила скачивать у нее почти все, что она выкладывает сейчас, просто очень здорово получается. И еще один мой фаворит, который делает просто офигенские топики, платьишки, очень здорово получается. Автор Манио Пини, платьишко называется Лила. Пышненькое такое, вообще такое классненькое, молодежное, подростковое. Конечно, я взрослой симке это платье не надену. Я такое ощущение у меня, потому что оно прям очень подростковое, летнее такое, классненькое. Автор Cherry Slice, платьишко называется Дана. Это Франкен Мэш из топа и юбки из «Веселимся вместе». Как я поняла, так, ну вроде бы да. Ребятки, я тут хотела бы вам критику сказать по поводу этого платья. Видите, здесь вот проглядывают удаленные... как они называются, faces на английском,
Ну, короче, в 3D-модельке вот эти части, их не хватает. Вот, видимо, она что-то не доглядела, не досмотрела. Я не знаю. Хотя, может быть, при отдалении не будет это сильно заметно. Это во-первых. И во-вторых, к сожалению, у этого платья вот в черной расцветке какие-то пиксельные раскраски. Ребят, я не знаю почему. Ну, вообще во всех расцветках, честно говоря. Вот здесь вот как-то не очень заметно. А в остальных, во всех цветах, прям здесь тоже как-то не сильно. А вот в этом, например, цвете как-то сильно заметно, что у платья пиксельная расцветка. Я прям не знаю, мне это платье так понравилось, вот на превьюшке понравилось. Я прям хотела с вами поделиться такой радостью, такой новой платьишко, но что-то расцветка подводит. И еще буквально вчера скачала от автора Oh My Sims платье от Miss O. Это, видимо, героиня корейского сериала их тамошнего. Так, почему вот здесь какая-то ошибка или так должно быть? А, ребят, так должно быть, наверное, да? Потому что странно, на всех остальных платьях нет такого, а вот здесь есть. Очень странно. И, ребятки, это платье идет раздельно с аксессуаром, который под ним. Вам нужно будет кликнуть на аксессуары и найти здесь такую интересную маечку. Маечка у нас разных цветов, то есть автор сделал это с тем умыслом, чтобы мы все менять цвета, комбинировать низа и самого платья. Если вам не нравится, например, однотонный, мне нравится однотонный, я не знаю, почему он разделил. Может быть, вам захочется белые лямки там и черное платье, например. Давайте попробуем это сделать. Черное платье дадим ей вот так вот. Ну, белое с черным сочетается, там красное с черным и так далее. Платьишко такое интересное, на льняное похожее. И вот низ меня интересует, как он этот низ сделал. Прикольно получилось. Но это на любителя, наверное, на ценителя. Лосиночки такие интересные от Trilike. Такие очень интересные. Первая, видимо, кожа с замочком. Вот, потом у нее есть у этих лосин есть всякие узоры по краям. Ну, конечно, я так кардинально симок переодевать не буду. Но вот эти лосинки я дала уже своей Джине, по секрету скажу вам, переодела там некоторых своих симиков. Хочу скоро провести стрим, кстати, с Моникой. Вот. Но пока не знаю, когда точно, потому что вдруг у меня появятся какие-то дела, я запланирую, а потом придется отменить. Поэтому я точно узнаю, когда у меня будет свободное время, и запланирую стрим обязательно. И вот эти лосинки на Джине выглядят прям очень замечательно, они мне так понравились своей расцветкой. Они такие вообще классные. Раньше я не надевала такое своим симкам, а потом решила рискнуть, почему бы и нет. Еще у меня многие спрашивали, откуда я скачала эти гольфики, как у Эвелинки, с кошачьими ушками. Я скачала его, ребята, их у Лавольери, кажется так. Имя автора. У этого автора, ребята, стоит покопаться, если вам нравятся всякие такие тематики разные, мультяшные. У него такие классные вообще расцветки, одежда такая, как будто бы из комиксов. Очень интересно. Мне бы даже, если бы была возможность, я бы посвятила только ее творениям, или его там, одно видео посвятила бы только творениям этого автора, потому что прям очень здорово все у нее получается. Такие интересные носочки, гольфики. И еще гольфики похожей тематики от автора Darky, Animal Stockings. Правда, они выполнены немножко по-другому. Вот, и тут, смотрите, есть хвостик у кошака. Также есть не только белые, но и вот такие розовые расцветки всякие вообще интересные. Очень вообще такие прикольные. Вот эти мне нравятся больше всего. Они выглядят более так гармонично, мне кажется. Но вот хвостики сзади меня немножко смущают, честно говоря. С мишками, с какими-то, зачем-то, я не знаю. Так, у зайчонка нет хвостика сзади, хотя бы это радует. А у этого есть. Короче, я не знаю, ребят, если вам нравится. Я просто нашла, мне понравились, знаете, вот эти понравились.
Очень прикольненько. И вот эти, вот я ради них скачала. Узнаете этот топик из дополнения на работу? Киара Зорг переделала ее для маленьких девочек, и получилось очень даже прикольненько. Аккуратненько. Я сама по себе знаю, я пыталась просто из взрослой одежды в детскую переводить предметы, но это сложно, ребята, это надо подгонять. Просто видите, здесь даже... Сейчас немножечко отдалим. Видите, вот здесь... Маленькая нестыковочка, то есть, видимо, женское тело тут немножко не слилось с девчачьим, вот, и не получилось очень прям слишком гладко, но если не обращать на это внимание, смотреть издалека, то, наверное, это не будет заметно. Это реально действительно сложно уменьшать взрослые вещи для маленьких девочек. Это было все на сегодня, ребятки. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо большое за ваших симов. Они все такие классные. Потихонечку все попадут обязательно в обзорчик. И если я вашего сима давно очень не брала, то напишите мне об этом. Я его возьму обязательно в следующий обзор. Вот, а так я стараюсь брать всех, чтобы никто не обиделся. Да, маленькая Дана? И пока пожелаю вам всего доброго. И всего хорошего вам, любви и счастья. И до следующих видео. Пока!